Привет! Вот и заехали мы в отельчик «Золотая миля». Вернее, еще не заехали. Но скоро заедем. Ждем 12 часов расчетного часа. Вот два бассейна. Тут детский, взрослый. Лежачки. Зона отдыха. Два корпуса. Вот мы вон в тот заселимся, а тут еще поновее и подороже. Немножко номера на 400 рублей, там 3400, а тут 3800 полулюкса. Вот это вот у них душевая кабина. Кто с пляжа приходит и хочет сразу в бассейн и туалет. Вот с одной стороны здесь душ. Нормальный он такой. Вроде бы кто-то оставил гель. А туалет даже не знаю показать. Ну давай туалет посмотрим. Ой, как бы там кого не оказалось. То расхребянило, ну вроде вот так вот, такой в зоне отдыха. Качели, я там сидела с Вероникой, а сейчас сидит мужчина. С таким большим пивным животом. Так-с, что мы еще посмотрим? Нет, я еще тут качели видела. Тут вот такой знак. Я люблю золотую милю. А вот там дверь открыта, столовая. Там я еще не была. С 8:00 открывается. Наверное, зайду. Смотрю, сколько там будет народа. Но 7:34 пока все спят. Я так поняла, потому что пусто. Что в 5 утра было пусто, что сейчас. А на пляже уже изучили все пляжи, посмотрели, мимо прошли. Малая бухта, высокий берег. Уже много народу. И люди в море торчат, как поплавки. Ладно, пока.